Меня зовут Ильдар, я играю на гитаре, играю, в принципе, 2-2,5 года. Вот у меня какой-то опыт есть, какие-то мелодии. То есть знаю гаммы. Я бы хотел бы вообще дальше как-нибудь развиваться, играть какие-то более, может быть, сложные композиции. Вы можете показать мне, чего вы умеете, чтобы я понял, чему учиться? Ага. Я просто что умею по мелочи там, да. А чего вы хотите? Песни, может, песни какие-нибудь научить? Ну, просто что-нибудь интересное. Интересно играть на гитаре. Вы, например, можете что-нибудь сыграть интересное? На Ютубе не смотрели видео? Я по Ютубу и учусь. Вот что интересно. Не, я имею в виду это, мои, которые... Нет. Metallica, Nothing Else Matters. Итак, друзья, всем привет! Новый ролик, новое кресло, новая прическа, новая неглаженная футболка и старая рубрика. Поэтому поддержите меня лайком, комментарием и обязательно меня подписывайтесь, а то... Что это самое? Ну, вы меня поняли. Отлично играешь. Вы там по видеоурокам это учили? По табам все играю. Там же на этих курсах табулатуры. То есть какие-то там стандартные, я думаю, ты если играешь фингерстайл, я думаю, ты слышал, да, наверное? Это обычные стандартные мелодии фингерстайл. Ну, я фингерстайл как бы не очень умею, я вообще просто медиатором играю. Ну, медиатором вот. Можно. Ну, что-нибудь просто. Давайте я кусочек сыграю. Угу. Знаешь, что я скажу? Uh-huh. Я как бы больше планировал людей, которые, ну, как бы совсем с нуля, да? Ага.
Ну, в принципе, понятен уровень. Я какие-то базовые моменты могу подсказать. В плане техники не скажу. То есть какие-то там советы по постановке. Левая рука у вас нормальная, правая тоже нормальная. То есть, скорее всего, даже лучше, чем у меня. Не, просто я ее разучивал даже, я вам скажу. В таком виде не особо на классическую музыку тянет. Ну вот, наверное, поэтому я не думал, что это классическая мелодия. Знаете ли песню «Эйя Канге»? Да. Слышишь, братья, жизнь далеко не праздник, проверяй, на кого ты ее тратишь, пускай нас замучает каждый. Вы же, наверное, соло часто играете на электрогитаре, да? Ну, я просто под минус сейчас разучиваю вот это вот. Я все забыл. Акустика — это то еще удовольствие. На самом деле. Хотели бы по нотам научиться играть? Да, по нотам можно было бы, да. А, ну, я могу научиться. По нотам — это вот, вот эти вот штучки. Ну, ноты. Да, это ноты. Прекрасно. Больше играть. Да, я понял. Ну, я могу вам пару научить чего-то. Нойз, знаете группу? Не, Нойз, ну, послушаю с удовольствием. Там песня есть «Выдыхай» такая прикольная. Это медленная композиция. Ну, интересная мелодия, интересная. Стали длиннее для меня ночи, ярости полные дали огней, небо у неоновых фонарей, газу, сквозь пелену дней, серую массу надутых идей, капает разум, правда не сразу, на ком-то каска, а кто-то в мазу, создёшь оргазма, по предзаказу, публичный каска. Очень круто, очень круто. Слушай, ну у тебя прям вокал решает. Ты прям вокалом тащишь. Я понял, я больше такие вот мелодии, знаешь, популярненькие мне нравятся. Ну ты понял. Вот такой вот мне нравится. Thank you.
больше играть такие вот, какие-то, знаете... там тэпи. Ну, хорошо, очень качественно, тут без вопросов. То есть видно, что все эти дела пробиваются нормально. System of a Down, Toxicity, вот, например, я недавно разбирал сейчас. Такие вот штучки. Но это прям вот чисто интернетовская такая штука. То есть это в фингерстайле это очень популярно. Но я вот понял, именно ищут преподавателя, чтобы именно по фингерстайлу. Я вижу, ты круто поешь, но, блин, я так... Ну, ты стучишь прям круто, я так не стучу. Ну, то есть, не умею так стучать. Больно. В этой штуке басанову классно играть, вот, который ты... который ты зажимаешь, такой типа фри-джаз. Давай, классно стучишь. Спасибо. Там в завершении хотел бы сказать пару фраз. У вас все в плане техники нормально. И я вижу, что, ну, в принципе, там есть потенциал, да? Но немножко разберитесь в схеме музыки, как она устроена. То есть именно тяготение мелодии к гармонии и наоборот, гармонии к мелодии. То есть вот в этом направлении немножко хотя бы углубитесь. Я понимаю, что не у всех задача там стать суперартистом или еще чем-то в этом роде, но это все-таки ближе к музыке, да? То есть все мы занимаемся инструментом не потому, что там нам нравится пальцами по рифу бегать, хотя это тоже приятно. Но все-таки первоначальная цель – это обучение музыке. Да. И вот в этом ключе немножко двигайтесь. Вне зависимости от того, будем мы с вами заниматься или нет.